Все тот же арт-завод, но только в другом свете. С пятницы проект дополняется названием «Лестница». Всех посетителей ждут с фонарями, ведь именно так можно будет разглядеть каждую экспозицию. Будут приходить с фонарями, приглушат этот хаос, и люди будут сами светом выбирать то, что им нравится. Ходить, разглядывать работы, вот этот блуждающий свет по картинам, это он будет как бы устранять тот недостаток, у нас не хватает подсветки. И в то же время он создаст такой некий элемент шоу, то, что какие-то работы ярче будут появляться, какие-то уходить в темноту. Даже можно отследить, какие работы больше людям нравятся. Многие саратовцы привыкли, что театр «Самокат» предназначен для детей. Но в эту субботу это будет абсолютно не так. «Чудо – это просто», это психологические опыты, предназначенные для более взрослого зрителя. Я там буду читать мысли. Поэтому это будут психологические эксперименты со зрителями. Ну, многие зрители, так сказать, могут думать, что это трюки, это фокусы. Я не раскрываю секреты. Пусть зритель сам решает, что это. Читаю ли я мысли, так сказать, или это, так сказать, фокусы, или так далее. Но это будет удивлять. В эту субботу, 5 октября, в ночном клубе «On Air» состоится концерт одного из самых загадочных и незаурядных музыкантов российского шоу-бизнеса. Если тебе исполнилось 16, но нет еще 40, тогда не имеет никакого смысла объяснять, кто это. Его творчество интересно как рэперам, так и рокерам, любителям электронной музыки и просто поэтам. Приходи в эту субботу, и тогда... Мы обязательно встретимся, слышишь меня?